Вот так вот не надо. Надо вот так, так, так. Понятно? Я понял. Вот так на Мегамаркете угольный гриль всего за 2290 рублей. Можно? Ну что здесь делаете? Разговор здесь. Я присяду. Про Игорь тебе хотел правду сказать. Не спрыгивала она. Скинули ее. Айгуль на балкон пошла белье развешивать. И тут он внезапно забежал и с криками «Универсам Шушпаны» вытолкнул ее из окна. А кто он? Какой-то Богдан Нью Бэланс. Я и ничего не успел сделать. Чай пил. Подождите, какой Богдан Нью Бэланс? Кто это вообще? Какой-то авторитет новый. Я за ним проследил. Вот. Адрес его записал. В милиции пошел, все рассказал. А эти твари протокол все равно самоубийство написали. Даже менты боятся этого Богдана. Не хотят с ним связываться. Я подумал, может, тебе пригодится. Лучше уехать из города. Здесь еще много крови на асфальт прольется. Слово пацана даю. Куда я поеду? Куда угодно. На сервисе купи билет. Билеты на любой вкус и карман. Что это было? И будем молчать? Сразу скажу, кассеты с польской эротикой закончились, остались только чехословацкие. Че? Нет, мне нужен Богдан Нью Бэланс. А, Богдашка? Его дома нет. А вы кто? Папа его. Богдан редко дома бывает. Весь день на складе своем вкалывает. Такой работящий парень — наша гордость. А че за склад где найти? Ну, мы хотим его грамотой наградить за хорошую работу. Сверху попросили. Ой, радость-то какая, а? Он на промзоне, на Восточной. Сыктывкар! Подожди, а кто музыку выключил? Хорошо, что Вова здесь. Ты Айгуль убил. Еще один. Ну ничего, я повторюсь. Согласен. Девчонку жалко. Признаю. Немного переборщил. Но мы этот вопрос уже с ее парнем порешали. Он простил меня за убийство девушки. А я
Научил его играть в кальмара. Мы в расчете. Это я ее парень. Че? Да вы даже не спали. Серьезно? Даже не спали? Угу. Ну, конечно. Какой ты ее парень? Даже не думай. Не забывай, куда ты пришел. Запомни, если хочешь разобраться со мной, то у тебя будут большие проблемы. А если хочешь разобраться в инвестициях, то проблем не будет. Просто используй альфа-инвестиции. А если откроешь первый счет для инвестиций в Альфа-банке до 30 апреля, то будешь получать акции в подарок каждый день. Ладно, я пойду. Спасибо за игру. И тебе. Не забудь холодильник убрать. А то не поиграем больше. Ну что, Маратик, у Вкус Виловских к тебе тоже вопросик имеется. Брат твой, Вова Адидас, желтого завалил и исчез. Главный ваш, Кощей, вообще на 7 суток присел. Отсюда у нас вопросик. А кто за смерть желтого-то отвечать будет? Перед кем отвечать-то? Перед тобой, что ли? Зачем передо мной? Перед красным. Вы что, угораете? На колени. В смысле, что, прикол, что ли? На колени, я сказал! Давай. Извиняйся перед красным за смерть желтого. Пацаны не извиняются. В этом и есть ваша слабость. А хочешь секрет расскажу? Ералаша вашего тоже ведь мы убили. Да. Он двери автобуса держал. Думал, женщины бегут с завода, опаздывают. А это наши бабы убивать его бежали. Извини. Еще и извиняться могут. Поэтому всегда будут сильнее вас, чушпанов. Умри, сука! Что же ты натворил, Маратик? Я бы сам с удовольствием с тобой разобрался. Но я джентльмен. Дамы, вперед. Отец Эльдус, можете начинать.
пусть не будет.